Добрый день, дорогие друзья! Сегодня будем распаковывать очередную посылочку из дружественного Китая. Сегодня нам пришел ошейник для нашей собачки лабрадора. Ошейник светодиодный, светящийся. То есть, когда я гуляю в ночное время с собакой, одеваем такой ошейничек. Вот. И всем видно, в том числе и мне, где собака находится. Очень удобная и полезная штука. Всем рекомендую. Но этот ошейник у нас другой был ошейник, а этот ошейник я заказал первый раз. Тоже очень много отзывов положительных. Очень все красиво. И классно. Будем открывать. Вот он. В такой коробочке красивый. В заводской. Коробочка, на удивление, полностью целая, не помятая, нигде ни грамма. За что большой респект нашей почте, или не нашей. Ну что, давайте откроем. Вот, в комплекте у нас кабель зарядки, мини-USB и, собственно говоря, сам ошейник. Ошейник представлен. Обычная силиконовая трубка. Размер можно регулировать. Это потому что, если мы оденем нашему песику такой размер, ну это я не знаю. На хорошего пони, коня. Вот. Поэтому ошейник регулируемый. Основной плюс этого ошейника, у нас есть другой ошейник, тоже светодиодный, светящийся, но там очень много денег вылетает на батарейки. А здесь встроен аккумулятор, и, как видим, можно наш ошейничек подзаряжать. Вот это я считаю одним из больших плюсов ошейника. Вот. Давайте включим, посмотрим, если, конечно, он у нас заряжен. Где у нас включение? Ага, вот кнопочка. Он off. Ну, пробуем включить. Вот он. Красота наша. Ошейник имеет три режима. Вот это первый режим, второй, чуть медленнее мигание, и третий, постоянное свечение, насколько я помню. Вот. Очень даже ничего. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать по этому ошейнику. Ну, выглядит прикольно, мягкий. Я думаю, нашей лабра девочке должно понравиться. Хотя она его видеть не будет. Но. Все, до свидания. Ставим пальчики кверху. Подписываемся. Ставим лайки, дизлайки. Вставляем комментарии. Все, спасибо, до свидания.